Ну, да, с этими ребятами наши тренировались. Это наша команда, да. Полтора года. 13. Нет, часть того. 11-го нет вообще. Тёма, что? Или Тёма? Тёмы здесь нет. Есть Тёма. Тёма же за первого играл. Он вышел. А, он вышел? А, вот он в манишке, да? Ага, все. Ну, Тёма 12. Тёма 12-го. Слышите, пацаны, а первая команда 11-й, ну, да, ведь? Есть два варианта. Нет, чтобы со звуком надо было взять. Ну, без звука, херово. То надо тогда нормально напить. Кто так хорошо ударил? Ваня, наверное. Да. С левой, по-моему. Не, брат, 12-й. Макс 12-й. Я так понял, в центре сегодня его не будет. Да, у Макса сегодня работа. У Макса работа будет сегодня. Давайте хоть раз в центр для разнообразия. Ну да. Назик свой, значит, никому больше не отдаст, он понял. Thank you.
Кирилл, набирай на его место. Перепрыгнул. Манчестер знает, как кто играет. Ну и я знаю, ну, они все считают. Это важно, ты знаешь, я спрашивал. Очень на этом всегда Максим акцентирует внимание. Кто этот парень? В красных бусах. Фамилия! О, как фамилия? Как фамилия Азатского? Подскажи, пожалуйста. Как фамилия мальчика? Ты мне зачитаешь? А я думаю, как не приятно, сейчас сразу кто-то забудет меня постоянно. Шесть. У меня ж таймер идет. 6 минут играет. Кирь, не свалюсь, а там людей так много. Это Даня так? А кто это? Давид. Давид. Даня, это... А, Давид.
приходиш там 8 плюс 1, у нас 8 плюс 1, все, у соперника чекаем 15. И эта жара начинается. Особенно против Вольфа, против Мартинки, то есть до 10 минут яркие, да, все эти дети начинают после первой смены не устанавливаться. Мы должны сами. Давай прострел! Thank you.
наш. Вопрос не в том. Это следствие, Тёма. А причина? Не, ну и Тёма тоже здорово. Направление единственное перекрыл, которое вот очевидно не являлось, он его прочитал. Ну, а пас пошел по очевидному направлению. Кирилл, не к Тёме, а от него. Коснулся. Наш. Не надо лезть. Ты его там не достанешь. Не свалюсь я во фланг сильно. Отскочи еще, да. Дим, выйди. I
гарно ще граєте по всім тонгам і по центру. Вань, просіть надо. Та там, там. Набирай! Та ну хто-то дайте розрізну хоч раз, блін. Не, уйдет. Вообще шикарная. Знаешь,
Васильевич научил это, ну, возвращаться назад. Видишь, все назад возвращаются. Давай, Глеб, сюда еще. Никто не бросает. Да, наши как заторможены. Они внимательны. Сильно много пытаются тягать. Давай, давай.
Так а чё он в него сам прыгнул? Ну он же сам в него прыгнул, Реф, а чё туда? Ну он стоит, а в него... Ну, так он стоял вообще. Он в него прыгнул и ударился в него. Не, ну тут я ж как бы... Не, стоит Соленков, чувак выпрыгивает вперед с ногой, блядь, бьется в Соленкова и падает. Ну да, ну. Он же даже не шел в него, он просто стоял. Не, тут... Не, так ну как? Получается, ты стоишь, тебя прыгнули с выпрыжки. А? Шел, сделал шаг, да. Под плечо, в всяком случае, он выставлял. Проходило, что нельзя так прыгать, конечно. Ну, как по мне, было в другую сторону нарушение, но больше. Он бил. Прими. Руслан, набирай, Руслан. Да раньше чуть-чуть. Да, там... Он умрет, но... Я еще так тоже посмотрю. Ребят, давай.